Анонс и точка выхода 17 серии турецкого сериала «Меня зовут Фарах». 17 серия сериала выйдет в эфир 11 октября. Ранее в сериале мы увидели, как Бехнам наконец-то нашел Фарах, которая пыталась его убить. Но как быть с Каримшахом? Является ли этот мальчик, которого Фарах считает своим сыном? Бехнам сначала хочет убедиться в этом. Конечно, он заставит Фарах, которая впоследствии покинет его, и он узнает, что она замужем за другим мужчиной, насладится смертью от смерти, и он захочет заставить ее испытать самую сильную боль из всех возможных. А когда Тахир узнает, что его представление о счастливой семье разрушено, а его жена Фара и Каримшах удерживаются Бехнамом, он сделает все возможное, чтобы спасти их. Однако все пойдет не так, как он хочет, и он окажется загнанным в расставленную для него ловушку. Когда пройдет год, Тахир и Фарах, провевшие это время в тюрьме, на этот раз встретятся в зале суда. Фарах хочет развестись с Тахиром. Тахир не может этого понять, и вместо развода решает сопротивляться до конца, рискуя всем. 17 серия сериала выйдет в эфир 11 октября. Если вам нравится сериал, и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.